Доброго времени. Меня попросили посмотреть город Целинный. В окрестностях Славянска. Так. Ну давайте. Ну или поселок, что там. Энергичный такой поселок, который, видимо, расстраивается, строится. Люди такие активные живут в этом поселке. Что у вас там сейчас происходит? Как развиваются события? Одни короли. То есть я так понимаю, что у вас, видимо, поселок, в котором же строятся люди, которые, ну так, имеют определенный статус выше среднего. Ну, как минимум, среднего уровня статус. Потому что вышли вам почти все короли. Но при этом... Опять же, вот ну, настолько часто выходит вот эта карта дурака, что это говорит о том, что люди принимают какие-то несерьезные решения. То есть к ситуации относятся несерьезно. Делать особо ничего не хочется, мы устали, нам надо отдохнуть, и все в таком роде. Я все понимаю. Но это можно делать только в том случае, если вы на 100% уверены, что у вас ничего не будет, либо это самое, у вас уже все подготовлено к решению любой ситуации, которая может возникнуть. Вот тогда можно расслабляться. Потому что кубки это вот такое радостное состояние какое-то. Может быть, вы, конечно, ждете. Совместные войска России и ЛДНР. Но все равно нужно понимать, что может прилететь в любой момент. Как у вас будут в ближайшее время развиваться события? Ну, в ближайшее время будете, конечно, переживать, разочарования какие-то будут, что не все успели сделать. Вот я об этом как раз и говорила, что нужно подготовиться. Но вам помогут. Правда, будут помогать очень выборочно. То есть вот эта карта говорит о человеке, который готов помочь, но будет выбирать... Для кого? Кому помочь, а кому нет? Вполне возможно, что ваш населенный пункт в общем останется в таком целом состоянии, неразрушенном. То есть ресурсы останутся. Но события будут развиваться как-то медленно. Вот это вот, если что-то будет происходить, оно будет происходить медленно. Но очень будьте аккуратны. Из-за этого вы можете оказаться в ловушке. Когда оно идет медленно-медленно, потом бабах, и началось все быстро. Да, а ты к этому не готов. Есть ли опасность для... Поселка Целинный.
великое множество переживаний, недовольства, разочарования, ну все, что можно, все собрали. Но есть определенная целеустремленность для вашего города, населенного пункта. Выбор сделан, то есть, скорее всего, к вам придут, и вы, конечно, из-за этого будете очень сильно переживать, из-за прихода. Потому что вполне возможны обстрелы и какие-то пожары. Но это будет такое, вот знаете, опять же, вот вялотекущее, не сильно. Скорее всего, вот такие вот, как сказать, случайные вот, случайные обстрелы, ну, прилеты. ВСУ. Вот эти случайные прилеты, вполне возможно, что будет из-за того, что армия ВСУ вообще не будет понимать, что происходит и с кем они воюют. И, соответственно, столкнуться с силой, которая идет четко к своей цели. И я думаю, вы понимаете, чьи это цели. Но аккуратно, мягко. Ну и, скорее всего, для ВСУ закончится, в принципе, все благополучно. Так как другая армия достигнет целей. Я так понимаю, ребята сохранят все свои ресурсы в ВСУ. Я бы сказала так, что сдадутся. То есть в окопах сидеть они не останутся. Будут ли разрушения в поселке? Если только по окраинам. Опять. Хотя будет очень тяжело, но удастся выйти из этой ситуации. Для российской армии. Поселок Целинный. Как там все пройдет? Вы спрашиваете про такие маленькие населенные поселки, которые находятся настолько близко, допустим, к большим городам, что очень сложно их как бы вычленять, чтобы понять, что там происходит, потому что накладывается еще энергетика соседних населенных пунктов, особенно если они там большие, вот как Славянск. До конца не будет понятно, что делать. Придется терпеливо проходить. То есть для российской армии будет ваш населенный пункт не таким простым. Но опять же я говорю, что может накладывать свой отпечаток, свою энергетику город рядом с вами расположенный, Славянск, куда российская армия и целенаправленно движется. Будут такие серьезные бои, но в конечном итоге все закончится благополучно. Уйдет Целинный под контроль Российской Федерации? Ну, да, конечно. Скорее всего, это будет вот где-то вокруг вашего населенного пункта, но прилеты могут быть, поэтому будьте аккуратны. Для Российской Федерации будет непросто. Славянский, его, соответственно, окружающих населенных пунктов, потому что, ну, очень близко там вы все расположены. А
любая армия – это как слон в посудной лавке. Повернулся, зацепил, даже если не хотел. Вот такой расклад для вашего поселка. Держитесь, будьте внимательны и аккуратны. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите комментарии. До новых встреч!